Теперь о молодых профессионалах в области рабочих специальностей. В Казани завершился финал 7-го национального чемпионата по стандартам WorldSkills. 5 медалей завоевали участники из Чувашии. 91 компетенция и более 1500 участников. Финал национального чемпионата, пожалуй, самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Наша съемочная группа побывала на втором дне соревнований и познакомилась с некоторыми участниками. Например, Павел Павлов представляет Чувашию в компетенции токарные станки с ЧПУ. Задание было, в принципе, несложное, такие же, на которых мы тренируемся. Выполнил на минут 20 раньше, закончил всю деталь. Пошел на технологию машиностроения, и был у нас выбор либо токарные, либо фрезерные более углубиться. Я углубился в более токарные, получается. И не прогадал, Паша впервые участвует в движении WorldSkills и сразу в числе победителей. Он завоевал серебро в своем направлении. 2 золотые и 3 серебряные медали. Таков улов нашей команды. Софья Афанасьева стала лучшей в компетенции кондитерское дело. Николай Алексеев взял золото в направлении печное дело. Еще 2 серебряных медали получили Артем Лобаев и Дмитрий Малетин по компетенции интернет вещей юниоры. В итоге в медальном зачете команда из Чувашии заняла 16 место среди 82 регионов. Я выражаю слова благодарности всем тем руководителям учреждений среднего профессионального образования, которые готовят этих специалистов по своим компетенциям, стремятся, ответственно подходят. И сами специалисты, или на сегодня студенты, а завтра уже специалисты, хотят самореализоваться и, по крайней мере, найти себе достойное рабочее место. Вопросы самореализации – это приоритет нашей государственной политики. Национальный чемпионат позади, но это еще не все. Теперь лучшие по своим направлениям начнут активно готовиться к мировому первенству профессионального мастерства, который также пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. Юлия Важенина, Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.